И еще об одном страшном ДТП. Трагедия на железнодорожном переезде в Апатитах унесла две жизни. Поздно вечером 11 сентября в районе улицы Промышленной автомобиль «Лада» столкнулся с поездом. Водитель и пассажир погибли на месте. В машине находились двое. Водитель – 42-летний мужчина и пассажирка – 30-летняя девушка. По словам полицейских, на железнодорожный переезд, который находится рядом с хлебозаводом, автомобиль выехал на красный свет. Это был электровоз, в котором было 39 пустых вагонов. Значит, машинисты двигались с скоростью 30 км в час, применили экстренное торможение, однако состав не смог остановиться. Мы сейчас назначили экспертизы судебно-медицинские о причинах смерти, а также автотехническую экспертизу. Нужно, чтобы эксперты дали заключение, по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие. По результатам этих экспертиз уже будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам полицейских, светофор был в исправном состоянии.